Согласно свежим данным, опубликованным CoinMetrics, за все время доход биткоин-майнеров превысил 14 миллиардов долларов по информации Yahoo Finance. Несмотря на то, что сеть увеличивает скорость хеширования, майнеры все еще могут заработать кучу денег. Для тех, кто не в курсе, увеличение скорости хеширования в сети уменьшает прибыль майнеров. В отчете Yahoo отмечается, что после создания биткоина сети майнерам потребовалось 8 лет, чтобы преодолеть отметку в 5 миллиардов долларов. Тем не менее, следующие 5 миллиардов долларов были заработаны более быстрыми темпами, так как майнерам потребовалось всего 8 месяцев, чтобы побить все рекорды и достичь отметки в 10 миллиардов долларов не за горами 20 миллиардов долларов. Эти статистические данные о майнинге означают, что если текущая рентабельность процесса добычи криптовалюты будет сохраняться, то есть вероятность, что майнеры достигнут уровня дохода в 20 миллиардов долларов к началу следующего, 2020 года. Нынешняя отметка в 14 долларах МЛ. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.